Hello, друзья! Привет! Как ваши дела? Быстро пишите. Сегодня среда. Блин, а у меня все время ощущение, как будто по-прежнему пятница. Это был риф. Ну, точнее, такая моя небольшая импровизация на риф из песни Джо Бонамассы, которая называется Blue and Evil. Если я ничего не путаю. Насколько я помню, так. Всем привет! Привет, привет! Присоединяйтесь. Будет весело. Сегодня точно будет весело. Сегодня я вам обещаю развлекательную программу. Не скажу, какую пока что. Сегодня будет чуть меньше музыки. Чуть больше рефлексии. Друзья, я надеюсь, вам удобно смотреть в среду, потому что мои инстинкты мне подсказывают, что в самые стримовые дни, как пятница или там, скажем, суббота и воскресенье, лучше не стримить. Поэтому, да. Пока все присоединяются и все свеженькие, я воспользуюсь и прорекламирую в сотый раз свой альбом Behind the Black Stripe. Пожалуйста, слушайте, покупайте. Я очень старался. Все ссылочки в описании. Итак, начнем, конечно же, с вопросиков. Погнали. Юр Павел, все наставления получены от вас на прошлых эфирах, так что просто желаю удачного стрима. Блин, спасибо. Ну, слушайте, у меня еще есть о чем рассказать и что показать, и будет каждую неделю. Поэтому, ну, не уходите, не покидайте нашу прекрасную тусовку. Такс. Привет, привет, привет. Паша молодец, теперь его от проведения стрима не оторвать. Ну не то, чтобы не оторвать, но я думаю, мне с каждым стримом будет все комфортнее. Что бы мы делали без ми минора? Без ми минора мы бы перестраивали гитары вниз и получали бы другие тональности. Играя те же самые лады. Павел, что посоветуете учить для прокачки скиллов, кроме Technical Difficulties, конечно? Scarified или Fuzz Universe. Все, что связано с Полом Гилбертом. Так. Ребята. Сегодня очень интересный выпуск. Он для меня будет терапевтический. Выпуск сегодня будет посвящен, ну точнее не выпуск, а мой выход в эфир. Большая его часть будет посвящена рефлексии на тему моего выступления на гитар-баттле. Как известно, я думаю, многие из вас впервые у меня увидели на гитар-баттле. И все мы здесь неспроста. Поэтому сегодня буду открывать свои соло с баттла. Буду реагировать. И, возможно, стараться что-то переделать на гитаре прямо при вас. Ну, или повторить, если там будет что-то прикольное. Я этот батл
от и до посмотрел, наверное, всего один раз, когда он вышел в тот же день. И я помню неприятные ощущения от просмотра именно своих, исключительно своих кусков, моих раундов. Вот, и с тех пор я особо его не открывал. Может быть, разве что эпизодически. Вот, и сегодня только открыл, когда тестил, пойдет ли YouTube в OBS, ну, чтобы на стриме вы все увидели. Вот, первый раз. Поэтому для меня это будет даже так, в новиночку. Что стоит отметить? К батлу я готовился фигово. Да, и кто не знает, это был 2018 год. Батл, по-моему, был в июне, что ли, а вышел в июле. Соответственно, я к нему не особо готовился, потому что я думал, а зачем? Это же джем. И, ну, я наметил какие-то ключевые моменты. Ну, естественно, мы знали, под какие там мы песни будем джемить. Батл был с Александром Силкиным. Привет Александру, если ты смотришь. Значит, я наметил ключевые моменты, какие-то ключевые фразы, таргетные, как говорится. И, в принципе, довольно большой кусок оставил под импровизацию. Дома, конечно, все получалось, но это как в школе, я учил, честно. Но пришел, вывели к доске и все забыл. Ну, естественно, то есть... Я, конечно, очень опрометчиво рассчитывал, что я буду себя так же комфортно чувствовать, как и дома, там, на сцене. Ну, под сценой, точнее, если быть прям буквально точным. Волнение, неудобная позиция с гитарой. Ну, она очень низко была, это мы еще об этом поговорим. Ну и в целом как-то все было... С моей стороны так не очень подготовлено, уповая, соответственно, на какой-то комфорт и душевный комфорт и импровизацию. Поэтому посмотрим, что из этого получилось. Сразу говорю, я не буду целиком раунды проигрывать. Вот, я буду проигрывать какие-то куски, останавливаться и, соответственно, говорить, что я об этом думаю. Если хотите посмотреть целиком раунды, то перейдете потом на канал Guitar Battle. Это Guitar Battle номер 4, вроде как. И посмотрите. Сейчас я его найду. А затем выведу вам. Такс. Итак, давайте я еще чуть по вопросикам пройду, перед тем, как мы погрузимся. Быстренько, буквально. Да, и ребята, пожалуйста, не обессудьте, если ваш вопрос я пропускаю по той или иной причине. Ну, я просто не успеваю все вот так вот просмотреть глазами и хватаюсь. Ну, у меня нет просто выбора, я выхватываю какой-то вопрос и как бы разжевываю его. Так, ну вот хороший вопрос. Привет, Павел, если не секрет, где ты работаешь? Работа связана с музыкой? Ну, конечно, связана. Я работаю преподавателем гитары, между прочим, по образованию, но только на себя, частно. Вот, ну, естественно, непосредственно связано с музыкой. Такая вот у меня работа. Так, ну это все технические вопросы. Ребята, обязательно будут технические стримы. Обязательно. Но в этот раз поменьше будем о технике. Хотя в прошлый раз не очень много о технике говорили. Но я прорабатываю формат такой лаконичный, чтобы обо всем поговорить на стримах. Но поскольку у меня первые стримы, как сами видите, я, возможно, буду тормозить. Так. Я тебя увидел впервые на другом батле, не у табачников. Забавно, прикольно. Со Смольским, наверное. Когда был Изотов со Смольским.
А для меня ты победил в том батле. Силкин техничен, но у него бездушевные соло, он просто гонял гамма-штрихом. Ну ладно, ну давайте не будем о ком-то. Вот вы можете в этом чате обо мне говорить, меня обсирать или хвалить. Вот. А вот так вот прям. Ну это же все субъективно. Ну, настолько субъективно, что даже не хочется читать. Но все равно, спасибо, что пишете. Вот, очень важный вопрос. Насколько важно для тебя расстояние струн? Делаешь ли определенные настройки по высоте? Я вот сегодня несколько комментариев получил под разными своими видео на эту тему. И, блин, ребята, ну зачем? Вот зачем вам это знать? Какая разница? Что вам это даст? Вам это разве что... Ну реально, ну вот что вам это даст? Я скажу, что у меня струны практически лежат на ладах. И вы сделаете вывод, что типа, а, вот поэтому он так играет, или поэтому он так плохо играет. Ну, то есть, ну, это вообще все, ну, настолько неважно для меня. Я вообще, ну, как бы ничего линеечкой не мерю. По ощущениям пощупал, проиграл пару каких-то элементов. Окей, все, погнали. Не нравится, чуть подкрутил. Ну, я вообще это не замеряю, и можете даже как бы не тратить свое время на вот эти вопросы. Да и вам я советую этим особо не заморачиваться. Заморачивайтесь лучше, где как медиатор подвернуть, чтобы офигенно сыграть пассаж, а не миллиметры мерить между струнами. Окей? С любовью. Честно. Так. Привет, ты какой строй на Out of Storm? Сейчас скажу. Из стандартного строя пятую струну на тон ниже и шестую струну на тон ниже. Ну, то есть из любого стандартного строя. Это может быть стандарт ми, стандарт ми бемоль, стандарт ре. По-моему, у меня там стандарт ре или что-то такое. Ну и, соответственно, пятая струна от стандартной концепции на тон ниже и шестая на тон ниже. Вот такой вот там строй. Погнали. Погнали, сейчас я налажу демонстрацию экрана. Такс, как я это делал? Наверное, вот так. Я себя подвину куда-нибудь в угол. Ох, что ж, посмотрим, что тут у нас вышло. Давай мы денег все равно не дадим. Я буду проматывать весь антураж, чтобы, ну, как-то о главном, ну, о себе. Потому что чем мне других обсуждать? Никому не интересно мое мнение о других. Так, ну, в общем, первая композиция была My Curse. Группы Killswitch Engage. Ну и вообще батл типа был посвящен теме New Metal. New Metal там было мало. Вот. Поэтому не знаю, в честь чего это было. Ну просто, наверное, потому что накануне я делал какие-то соло поверх Limp Bizkit и Linkin Park. Ну всякие шредовые штуки. Вот этот открыл, чтобы мониторить, все ли я правильно делаю. В общем, погнали. Первая композиция. Душевное интро. Оу. Эти штуки... Да, это хорошо. Я сейчас, конечно, криво сделал, потому что у меня noise gate стоит. Эти элементы, они вот эти вот свеллы. Свелл это называется. С ручкой громкости. Они похожи на завывание китов, мне кажется. Наступление мимо. New Metal. Да, стоп. Ну, короче, вступление я, естественно, не попал в долю, потому что прозевал. Вот. На самом деле, те, кто там был, вот, возможно, вот эти прекрасные люди,
они могут понять, какой там был звук под сценой. Вот, все было довольно мутно. То есть, ну, понятно, это было слышно. И ради формата, ради прикольной картинки я готов жертвовать и таким. Но все-таки это хреново сработало на слушабельности вообще подложки. Вот. Попадать было сложновато. Ну, что, начало более-менее норм. Но сразу понятно, что гейна, короче, мало я накрутил. Вот. То есть вот эти вот всякие штуки. Какая-то нота была. Вообще, сейчас, ребята, давайте я возьму гитару. Другую. Чтобы сразу какие-то примеры приводить. Да, пока у нас есть такой замечательный стоп-кадр, я придумал совет, который я бы себе дал в 2018 году и ранее. Поосторожнее с химией, окей? Я имею в виду с химической завивкой волос, если кто-то не так понял. Да, 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 да. Тайна, великая тайна раскрыта. Тайна кудрей. Я получал много комментариев на тему: «Павел, что стало с твоими волосами? Куда делся этот объем?» Ребята, я очень серьезно угорал по 80-м. Ну, скорее, по 80-м, 90-м, начало 90-х. По хардроку и всему такому. Ну и вы сами понимаете, как там музыканты выглядели. Поэтому вот такую такую вот рок-н-ролльную несерьезность я воспринял очень серьезно. И делал химические завивки волос не раз и не два, а много раз. Насколько я помню, там было в ре. Сейчас мы это проверим. Ну, погнали дальше. Провал. Ну, что я могу рассказать? Ну, реально провал. Куча какого-то рассинхрона. Что-то такое. Ну, просто мало гейна, некомфортно, рассинхрон, волнение, и вот что из этого получается. Ну, реально не очень качественно сыграно, можно лучше сыграть. Мог я лучше сыграть абсолютно, но почему-то не сыграл. Я даже не знаю, что... Что там вообще нужно было сделать? Что я вообще хотел? Что-то такое. Но это определенно можно было сыграть чище. Если бы я сыграл чище, я бы понял хотя бы, что я сыграл. Но это мой любимый лик, и я его запорол. Ну вот это вот эти вот дела как бы приводят к такому. На самом деле, конечно, если бы у меня гитара висела, а не стояла бы на ноге, то все было бы еще хуже. Потому что, ну, это очень низко. Это очень низко. Я так гитару больше не вешаю низко. Ну, потому что, блин, все разы, когда я так вешал гитару, у меня были провальные на сцене. Этот лик я тоже люблю. Акцент не дроп. Да. Только у меня звук такой кашицеобразный. Ладно, пускай. Что там было? Давайте еще раз посмотрим. В мажор еще. Креативно, пипец. Что-то такое.
такое. Ну, блин, конечно, я сейчас в тепле и в уюте. Наверное, у меня получается. Если бы я еще раз вышел на сцену гитар батла, получился бы у меня этот пик. Ну, не знаю, я бы, наверное, получше подготовился и думаю, все-таки получился бы. Надо позаниматься. Это, кстати, американский гимн. Ну, это просто, ну, просто была такая идея. Ну, стёбная. Не стёбная разве? Конечно, стёбная. Неплохая, прикольная штука. Вот, да, вот так. С Flat 5, с блюзового лада. Мысли еще по грувовее как-то все это сыграть. Бенд косой. Вот все было бы хорошо, если бы не... Если не вот это. Что там? Да, бенды лучше не дотянуть чуть-чуть, чем перетянуть. Что дальше? Ну, конечно, да, разбег на рубль, удар на копейку. Ну, за счет вот этой вот концовки. Фигово, конечно, я там концовку нашуршал. Давайте еще раз посмотрим. Хочу посмотреть. Что за фраза? Вот за счет того, что гейна немного, все вот так вот как-то шуршит, как... Как у Джо Перри, не знаю, или там у какого-нибудь... У Лени Кравиц, когда он играет на гитаре. Все так. Вот все вот с какими-то шуршами. Неаккуратненько. Хочется аккуратненько. Вот. Вот что это? Должна быть одна нота. Ну да, это тоже одна из моих заученных. Что-то такое должно было быть, а потом... Да? Ну-ка еще разок. Да, что-то такое. А, или вот так. Риф. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоп. Ну, риф вроде более-менее, но неплохо. Неплотно. Сейчас. Что там? Что-то такое? Ой. Новые струны. Готовился к экстриму. Потом было какое-то соло. Из ниоткуда просто как будто бежал, короче. Бежал, спотыкнулся и такой, ой, соло.
Апсоло, короче, спотыкнулся. Где-то здесь оно происходит. Да, я пока еще чуть-чуть построюсь, пока мы снова посмотрим это соло. Ну, очень скомканно закончил. Ну, очень. Блин, надеюсь, зрители не обижаются, что я на них так останавливаю стоп-кадр. Ну, извините, ребята. Скомканная какая-то фигня была. Видимо, это вот одна из тех импровизационных вещей. Потом что-то... Что-то такое, что ли? Короче, куча воды. Что-то такое. Потом... Просто куча мелизмов. Мелизмы, мелизмы, мелизмы. Ну и очень скомканно вступаю в следующий риф. Вот здесь я точно помню, прям точно помню это ощущение провала, что я, ну, просто не услышал, куда вступать. Ну вот, забегался вот тут, закопался и не услышал, где уже все, когда новая часть, когда первая доля. И куда-то вот не туда вообще пошло. Ну вот все то же самое сыграть и только и, ну, почище просто, и было бы нормально. Ну, хотя бы как-то так. Ну блин, ну даже. О, классный стоп-кадр. Guitar Faces. Хэштег. Идея неплохая. Одобряю свою идею. В принципе, идеи-то нормальные. Нужно просто чище играть. Немного панк-рока. Поп-панка. Думаю, если бы было гейна побольше, то меньше было бы вот этой части звука. Ну, соответственно, я же здесь по всем струнам бью. Вот. То есть было бы, наверное, меньше вот этого призвука, больше нот. Ну, соответственно, чем больше перегрузов, тем больше компрессии. Ну, или можно было как-то вот груву добавить, как-то полегче это делать. Потом куда? Все, опять расстроилась. Угу. Эти штуки я люблю. Но они только с хорошим гейном получаются. Ой. Блин, ну это вот... Вот эти штучки, это были, конечно, мои заготовки. Это, конечно, были заготовки. Классная же мелодия. А вот здесь уже лады у меня не звучат. Я, блин, наверное, по-любому расстроилась опять. Не, прекрасно.
Ну, вот для таких нот, для таких партий просто нельзя низко держать Les Paul. Ну, любую леспольную гитару, у которой есть пятка вот такая. Да, кстати, глютен-фри. Вот. Ну, фигово, чё. Послушаем еще. Ну, все ноты гаснут. Вот это был, наверное, единственный нормальный момент, который и по идее неплохой, и по воплощению. Поэтому на это я не буду посягать, не буду пытаться повторить, потому что, наверное, получится хуже. Риф. Опять риф. Опять нью-метал пошел, слышите? Еще не хватает. Ну, чтоб совсем был блюз. Но нью-метал. Потом было, наверное... Вот это вот одна из любимых вертушек. Да? Но плохо сыграл. Плохо вот эту вертушку сыграл. Вот как-то... Ну, так бывает, когда руки просто не слушаются. То ли от волнения, то ли от удобства, неудобства, то ли, ну, короче, непонятно чего. Просто... Ну, плюс это такая, конечно, вертушка двойки. Нестабильная вещь. Нет, то одна нотка, то две все равно вылетают. Именно поэтому я теперь играю не по 6 нот, а по 5. Потому что лажу легче скрыть. Ха! Шучу. Не легче. Ну вот, еще одна заготовка. Просто провалена. Провалена к чертям. Слэп. Я должен был не как-то вот так вот завалиться кувырком в эту часть. Вот. А подготовиться. И вот так вступить. Вот, даже Саша Силкин такой. Эй, ой, что-то он вообще корявит. Просто, короче, ритм-гитара и я, Глеб там, да, был на ритм-гитаре, Глеб и я просто вот, короче, в разные степи. Ну, потому что, ну, ни хрена непонятно было, где вступать. Закапываешься вот здесь вот, а когда все вот такой вот каша идет на фоне, сложно. Ну, вот единственный раз. Короче, во, Глеба оставим на картинке. Короче, единственный раз вывез я этот слэп. Но, по идее, должно было быть... Ну, даже сейчас как-то... Что-то такое должно было получиться. И чага-чага пальцем, потому что, ну, просто не успеваешь взять медиатор в руки. Можно, конечно... ногтем среднего пальца это сымитировать. Да, сложная штучка, особенно... Сложная штучка, особенно в стрессовых обстоятельствах. Окей,
Ну, ладно, давайте тогда быстренько попробуем еще прошерстить второй раунд. Я его не буду, наверное, сильно разжевывать, чтобы... Ну, вам, наверное, уже все это наскучило. Вот. Ну и фристайл тоже не буду смотреть. Мне кажется, там вообще просто дичь. Так, тут уже пошла движуха. Behind Blue Eyes. Да, здесь тоже были заготовочки и были пустые места, где, соответственно, рассчитывал наиграть какую-нибудь фигню. Ну так и получилось, наиграл полную фигню. Блин, телек. Я видел, в чате спрашивали про телек. Но я телек обменял на ESP. Не эту, а другую, которую потом продал. Ну да, конечно, телек был бомба. Но, блин. Обычный телек. Обычный телек. Прекрасный. Лучший. Ну, вы понимаете. Нормальное вступление, динамичное. Ой, хорошо. Ничего себе. А здесь я так смогу? А, другой строй. Ну-ка. Мне нравится. Вторая ступень с расщепленным тоном. Лучшая. Кто не знал, если расщепить, ну расщепить это значит сделать слайд, значит на полтона. Ну, а на вторую ступень в миноре, но ну, это вообще просто пушка. Погнали дальше. Нормально, одобряю. Одобряю. Вот чуть-чуть вот пару шуршей убрать. Ну, понятно, что живняк, живняк. Но чистая игра это тоже живняк. Вот, чуть-чуть убрать вот. И было бы классно. Мне кажется, я помню этот момент, и я знаю, что сейчас будет. Несерьезно, несерьезно. Конечно, здесь другой строй, тут уже ладов не хватает, но тем не менее, конечно, бенд не пошел. Не пошел бенд. Еще вот этот, пока на ногу перекидывал, там и фидбэк, и пошуршали, и вообще, короче, все успели. Вот вибрато, неаккуратно. Вот такое. Бьются струны другие. Неаккуратно, неаккуратно. Ну и вообще, вот сюда бы звук такой а-ля Петруччи, короче, дофига стерео дилея и много гейна на суперстрате, на полноценном хамбе. Вот, и тогда что-нибудь бы, наверное, получилось. Но опять же, моими руками сыграно, поэтому что пенять на звук. Но идеи мне нравятся. От идеи не отказываюсь. Вот это хорошая была тема. Я помню, я ее заготовил и прям почувствовал себя молодцом. Да. Ну вот это вот все идея. Я представлял именно как такое соло а-ля Петруччи сюда. Я, в принципе, отрабатывал это так вот дома в таком формате. А получилось больше как-то по блюзу, вот с этими со всеми шумами, на умеренном гейне. Мне не совсем нравится, как вышло. Все свипы запоролись. Что там было?
Ну вот именно так и запоролись. А если еще раз? Сейчас получше. Нормальная фраза была. Прям полный блюз. Блюзня. Ну, начал нормально. Что-то... А потом... Что-нибудь такое, да? Ну да, непросто. А на сцене, наверное, еще сложнее. Мне интересно пытаться перед вами. Нормально. Мне кажется, у меня есть способность некоторые косяки замыливать, так что их на них мало обращать внимания. Вот все моменты, когда я переношу гитару с висящего положения на колено, прям все самые провальные моменты, потому что контроль теряется. Ну как играть, когда ты вот держишь гитару и тебе нужно ее поставить? Короче, непродуманно вообще с моей стороны. Вот. Но часть. Вот это было прямо а-ля слэш, мне кажется, вот эта фраза. У меня здесь ладов не хватит. Ну давайте вернемся к другой гитаре. Раз не хватит. Интересно было бы повторить. Да, неплохой мелодизм. А вот эта фраза мне еще больше импонирует. Прикольно. Типа из бенда выходишь на бенд. Да? Дальше? Там даже типа с повышенной седьмой, ну с мажорной седьмой ступени. Потом... Что-то такое. Опять что-то сомнительное пошло. Довольно, смотрите, как на этой ноте палец дернулся, потому что все, не знаю, что делать дальше. Короче, такое себе место, не солидное, недоволен, плохо сыграно, концовка. Блин, классно телек звучит. Да, вот это вообще моя любимая рубрика. Ну, правда, я бы, наверное, другие нотки сейчас выбрал. Вот. Сейчас покажу. Отключу noise gate. Надо микрофон тоже отключить, чтобы было полное погружение. Нравятся мне такие штучки. Кстати, надеюсь, сегодня нормально по балансу. То на прошлом стриме чуть-чуть жаловались ребята, что был голос тихо, а музыка громко. Но я постарался это уравнять.
Не доехал чуть-чуть. И сейчас не доехал. Еще раз послушаем, что там было. А, такая идея. Опять я сюда медленно. Что-то такое. Ну, прикольно, кстати. Блюз. Короче, куча некрасивых бендов двойных. Вот таких вот. Потом дальше что? Какой-то переход. Дальше такой. Так что ли? Ой. Ну, можно и так, наверное. Ой. Единственный нормальный бенд на последнем ладу. Даже сейчас хуже. Это было совсем мимо. Имею в виду тонально. Но это... Но оно там не нужно. Ну и концовочка, конечно, такая невнушительная. Можно было как-нибудь более эпично закончить, там, не знаю. Ну, как-нибудь так хотя бы, а потом... И вот так. И все. И было бы нормально. А то... Даже так не сделал. Ну, ладно. Ну, что ж. Надеюсь, было интересно. Ну, мне было интересно. Было прикольно. Давайте теперь отправимся в чат. Ой. Так. Погнали. Блин. Наверное, вы тут очень много всего написали. Но посмотрим. Посмотрим. Сейчас пробегусь глазами. Буду выхватывать. Волнение – это реальный ступор в игре перед публикой? Да. Но чаще всего бывает, когда вот переволнуешься перед выступлением, на сцене уже не волнуешься. А тогда я как-то не волновался. Был весь себе на уме, уверенный. И вот на сцене меня как бы и накрыло. Так. А было ли у тебя такое, что ты играл часто на узком грифе, а потом брал другую гитару с широким, и было неудобно играть? Ну да, конечно, такое бывает. Иногда наоборот, даже приятнее поиграть на другой гитаре, потому что, ну, как-то обновочка какая-то ощущается. Свежесть в игре. Вот, но вот даже на разных калибрах струн, в разных строях я переключаюсь, и мне уже неудобно, я мажу, начинаю мазать. Так, как сам думаешь, Павел, стоит ли обязательно смотреть стрим или можно просто слушать, занимаясь уборкой параллельно? Ну, я не знаю, насколько у меня такой слушабельный стрим или смотрибельный. Вот не уверен. Павел Попов, когда подключишь донатку на стримах? Ребята, моя донатка вот здесь. Это мой CD-шник с моим новым альбомом. Все дизайны делал сам, как многие уже из вас знают. И вот это вот мой донат. Футболочка, мерч.
в поддержку альбома. Покупайте, пожалуйста. Это будет офигенный донат, и вам в обмен продукт, которым вы сможете наслаждаться. Ну или просто он у вас будет на память от меня за донат. Спасибо всем, кто купил уже. Спасибо вам большое. Вот от всей души. Я наконец-то вышел из карантина. Ну, у меня был положительный тест на ковид. Как это так? Да, но все живы, все в порядке, все отлично. Я почти 3 недели сидел на изоляции и вышел. Вчера наконец-то отправил диски. Спасибо всем, кто купил. Так. Американский гимн только Паша услышал. Ну, я подумал, что было бы смешно его туда вставить. Слэш с тобой согласится, лучше не дотянуть. Ну, блин, вот у Слэша... Слэш, кстати, с мягким знаком, забавно. У Слэша очень, очень узнаваемая фразировка. Я его могу прям вообще услышать, если он какие-то фиточки делает. Ну, там, не знаю, например, в песне... Motorhead, I ain't no nice guy, по-моему, она называется. Там нет пометки, что это фиточек со Слэшем, но на соло я отчетливо услышал, что это он играет. Просто потому, что у него, ну, фразировка и такой тон в пальцах. Да, у пальцев есть тон, кстати, если вы не знали. И у каждого из вас в пальцах есть свой тон. Это очень важно. Главное при таких лажах делать невозмутимое лицо. Не, надо делать гитар-фейс, прям как будто ты вообще весь там страдаешь. С Глебом общались после батла, интересно? Да, что-то да, как... ну там со всеми с парой слов перекидывались, в принципе. И на этом батле, и на батле Смольского и Изотова. Конечно, общаемся. Когда тусим на таких мероприятиях. Ушел в себя, вернусь не скоро. Я и не возвращался. Да о чем тут рефлексировать? Ясен хрен, что дома куда комфортнее высекать, чем на сцене. В конечном итоге все так или иначе упирается в опыт и умение работать с сопряженными с лайвовыми косяками. Конечно, все упирается в опыт, но все равно можно было лучше подготовиться. И вообще, есть такая поговорка, она на английском «You're as good as your last gig». Типа, ты настолько хорош, насколько хорош твой последний концерт. Когда у меня был последний концерт? Ну, я последний раз выступал на сцене с Сергеем Головиным на его сольнике. Вот, и я там тоже очень адски налажал, поэтому, ну, вот с тех пор я, короче, рефлексирую. Так и не могу собой порадоваться. Хах, с такой завивкой ни металла не получится, как ни крути. Ну, блин, ну в натуре. Ну вот не получится же. Я вообще, хотел... Точнее, как вариант предлагал Олега Изотова, типа с Олегом Изотовым побатлиться. Вот, мне кажется, жанр был бы более так чуть-чуть ровнее воспринят. Вот, но Олег был занят, как мне сказал Дима. Так. Блин, не знаю, за что хвататься. Но все подряд тоже читать не варик, а то мы здесь будем до ночи сидеть. Ребятушки. Разве в Нью соляков много или Нью есть в разные времена? У меня вот ассоциация с Нью — Слипнот образца 99-го года, где только рифы, но разве что пару нот иногда для соляка в некульминационной части. Ну да, именно поэтому как-то вот этот лейбл Нью Метал, ну, был просто не в кассу совершенно. Ну и как бы какой Нью Метал под песню The Who? Я понимаю, что Limp Bizkit делали кавер, но на батле было сыграно скорее в версии The Who.
Ника Джонсона чем-то напомнила. Вот я, кстати, тогда еще не перся по Нику Джонсону, но напоминает, потому что стеклянный звук такой у телека. У Ника Джонсона очень стеклянный звук. Павел критикует свои ошибки, моя гитарная самооценка. Ну, блин, я считаю, это здоровая вещь. Но для меня уж точно. То есть мне легче самому посмотреть, как я хреново играю, и сказать, признать, что да, сыграно хреново, чем если, ну, как-то читать комменты там, например. Или если вдруг кто-то захочет сделать видео о том, как Павел Попов не умеет играть. Мне уже его не так будет страшно смотреть после сегодняшнего стрима. Поэтому да, ребята, это очень такой терапевтический личный стрим, на котором вы мои гости. И вас 225 человек. Что? Ребята, я не могу поверить. Как у вас здесь так много оказалось? Вы зашли случайно? Надеюсь, нет. Надеюсь, вам очень интересно. Блин, спасибо, что смотрите. Спасибо, что смотрите. Так, так. Ура! Так, я вот думаю, сыграть вам что-нибудь или не сыграть. Сыграть что-нибудь или не сыграть. Какие у меня тут строи? Arrival можно сыграть. Я сегодня гонял Arrival. Вот, кстати, хороший коммент. Теплов, как мне показалось, чище всех сыграл и точнее, но там и команда своя была. Да, я смотрел этот батл Теплова и Юдина. Вот, мне оба понравились. Ну, конечно, блин, я считаю, они гораздо чище меня оба сыграли. Но и там уже порядки другие были на батле. Типа, можно было и свои песни поиграть вроде, и что-то такое. У нас-то был 4-й батл. Когда еще, типа, ладно, делаем, пофиг как. Типа, некогда объяснять, погнали. Так. Ребята просят сыграть. Сыграй, сыграй, го, погнали. Не надо, лучше нарисуй. Ладно, так. Давайте попробуем тогда. Попробуем что-нибудь. Выложил палки в ряд. Надеюсь, Флойд не придется как-то адски отстраивать сейчас. Посмотрим. У меня сегодня Флойд очень неспокойно себя ведет. За окном то снежит, то не снежит. Ну, соответственно, когда живешь в доме с печкой, такая температура меняется. Погнали. Вот. Джаз, можешь фрагмент? Нет. Джаз не могу. Вот, я когда поступил в училище, в эстрадно-джазовое, на Ордынку, я был на первом курсе, но я очень нервничал, то, что я, ну, как бы не умею вообще джаз играть, и ничего в нем не понимаю, и поступаю в джазовое училище. Я, значит, ну, там негде особо как-то вот уединиться, поэтому сидишь в коридоре, там что-нибудь разминаешься или учишь какие-нибудь произведения. Вот я также сидел с гитарой в коридоре на первом курсе. А я человек, ну, стеснительный очень, и как-то для меня вот эти вот все, ну, после школы, в которой ты был 10 лет, какое-то новое общество, к тому же большой город, Москва, все дела. Ко мне, короче, подходит чувачок, саксофонист,
и говорит: джаз ну, джаз сыграешь? Сможешь сыграть? Сыграй мне джаз. Вот, он так сказал. Сыграй мне джаз. Это, типа, блин, не умею я джаз играть. Я не умею. А он такой стоит и выдерживает тишину секунд 5. Ну, сыграешь мне джаз или нет? Будешь джаз играть? Я говорю: нет. И он такой: понятно. И ушел. Блин, я никогда не забуду. Просто такой какой-то провальный эпизод. Ну чё? Поехали. Thank you.
Ура! Ура! Спасибо, спасибо, ребята. Жалко, вы не можете поаплодировать. Но я знаю, вы хотите. Как минимум. Некоторые из вас. Что ж, будем подводить наш стрим к концу. Я думаю, вас не очень расстраивает, что стримы короткие. Потому что лично меня, ну, не знаю, не вдохновляют стримы более полутора час, более там двух часов, двух с половиной, тем более. Но это, не знаю, ребят. Хорошего понемножку. А возможно, просто сделаем чуть чаще стримы короткие. Вообще, в ближайшее время много чего будет меняться. Но на следующей неделе пока что стрим по расписанию в среду. Но я ожидаю очень клевый девайс, мне должен прийти. Нагрузка для усилителя. Реактивная нагрузка, которую можно вместо кабинета использовать и играть в карту. Соответственно, на следующем стриме я буду играть уже через своего любимца EVH5150. 50-ваттник. А может быть, я настолько буду вдохновлен, что сделаем экстренный стрим на выходных. Экстренное включение. И я вам прям через него и поиграю. Мне кажется, будет прикольно. Так. Катастрофические аплодисменты. Спасибо, ребята. Большое спасибо вам. Вот поэтому я к тебе и пошел учиться. Правильно. Правильно, правильно. Ребята, приходите учиться. У нас весело. Хоть вы и по одному приходите, но все равно весело и классно. И увлекательно. Приходите. Ссылочки, как со мной связаться, все можете найти в описании. Или ВКонтакте, или в Инстаграме, или на почту пишите. Приходите. Будем вас учить. Так, добрый вечер, Павел. Ты очень выраженный гитарист. Спасибо. Но на том батле реально что-то от Джонстона было. Не только звук телека. Косяки было слышно. Ты прав. Но я их слышал и у Петруччи, и у Сатриани. Мне кажется, не настолько. И у Петруччи, и у Сатриани. Может быть, какие-то... Ну, просто прикол в том, что Петруччи и Сатриани откатали много туров. Сейчас их никто не катает пока что. Но откатали много туров и очень много видео. Очень много видео их, играющих на сцене. Разных. И профессиональных, и полупрофессиональных, и на телефон, и как угодно. Вот, все это в интернете. И, ну, как бы, в этом всем... Не страшно иметь видео с лажей, потому что есть по-любому видео с каким-то просто невероятным, божественным, бомбическим исполнением. А из моих таких публичных выступлений, ну, это просто раз-два и обчелся. И, соответственно, мне не очень приятно, что я на них так грязненько играю. Поэтому вот, грусчу здесь перед вами. Так, а видеоуроки есть? Видеоуроки. Ну, все уроки, которые я даю, это все уроки онлайн. Потому что я живу в Московской области, не близко к Москве. Добраться до сюда сложно. Ну и, в принципе, не очень-то и нужно. Потому что, ну, не провожу я сейчас очных уроков. Сами знаете почему. И другие тоже причины есть. Поэтому все уроки онлайн. Все уроки по скайпу. Вот точно так же я вам по скайпу вещаю. Соответственно, звук идет напрямую к вам. И голос с микрофона. Все напрямую, все слышно, все видно. И камерой я пользуюсь этой же. Только она стоит по центру, чтобы было ощущение, как будто вы смотрите в окно
на меня. Я вам показываю, как играть на гитаре. Так. Паша, ты не планировал упростить программу, чтобы в офлайне нормально отбомбить чисто? Ну, конечно, что-то такое будет происходить, какое-то упрощение. Ну, потому что еще же надо петь. Да я об этом вообще стараюсь не думать, чтобы не грустить. Ну, это просто какие-то невыполнимые задачи петь партии мои и играть партии мои одновременно. Поэтому, ну, по-любому нужно будет как-то упрощать. Стоимость уроков, ребята, ну, неприлично так озвучивать. Поэтому стоимость уроков, пожалуйста, выясняйте лично. Пишите, пишите, пишите. Я быстро отвечаю. Ну, по крайней мере, стараюсь. Павел, как называется нагрузка, которую ты ожидаешь? Называется SUR Reactive Load. Нагрузка от SUR. Как ты выводишь звук стрим? Что за программа? Я вывожу через ASIO Link Pro. Это драйвер такой. Загуглите, в русскоязычном YouTube есть классные туториалы на русском языке, как это делать. Да. Насколько хорошо можно объяснить по скайпу? Можно объяснить, ну, крайне детально. Ну, то есть, во-первых, все слышно. Если вы можете слышать, то вы слышите мельчайшие детали, потому что все идет напрямую. Все видно. Вы меня сейчас видите? Когда нужно показать какие-то мелочи, я просто делаю так и говорю. Вот. Ну, правда, я сейчас не могу проверить на экране. Давайте сделаю вот так. Вот. Указательный палец нужно ставить таким образом, чтобы ты его не между струнами ставил, а чуть выше, чтобы следующую струну трогать кончиком и защищать ее от шумов. Ну и так во всем. То есть там углы медиатора, пятое, десятое, ну... Все можно показать. Всегда можно развернуться, показать углы. Ну, конечно, с таким светом сейчас ни хрена не будет видно. Но у меня другой свет, когда я преподаю. Всегда можно повернуться так. Показать ребро палмьютовое. Где оно лежит, где оно не лежит. Ну, короче, все это очень решаемо. Мне не обязательно брать вашу руку. И так, вот сюда ставь. Или за безымянный палец вот так вот хватать. Давай. На 10-й лад, на вторую струну. Это все не обязательно. Можно все объяснить вербально. Тут уже многое от вашего старания зависит. Павел, привет, ты очень крут. Спасибо большое. Очень хочется услышать в двух словах, как достичь такого же уровня, как у тебя. С чего начать? Пару слов мотивационных очень хочется услышать. Спасибо большое. Ну, чтобы достичь такого уровня, как у меня, наверное, нужно сделать все то же самое, что делал я. Ну, точнее, это такая вот мой способ сказать, что я могу только судить по своему опыту, правильно? Вот, и... С чего я начал, это прям с адского вдохновения. У меня было очень-очень много вдохновения, когда я начинал. Ну, просто прям оно меня не отпускало. Постоянно вдохновение. И, соответственно, ну, очень вовремя я пошел к преподавателю. И это было отличное начало. Потому что до того, как я пошел к преподавателю, к Николаю Котову, ну, я был же подростком, получается... Максимализм и все дела. Я думал, блин, я уже что-то умею, круто. Там играл соло Рамштайна. И думал, а вообще нужен ли мне учитель? Конечно же, я все-таки большую часть времени понимал, что я хочу больше научиться. И, ну, вообще, да, надо бы научиться у учителя. Но все равно вот эти вот мысли у меня были, что а нужно ли мне это? Потому что, опять же, максимализм. Вот, и, ну, благо, конечно же, со мной рядом взрослые люди, родители, они, ну, как бы, сообразили, что, естественно, нужно к учителю. Ну, и вот там-то все и началось. Там стало еще больше вдохновения, потому что у дяди Коли Котова всегда были такие большие тусовки из гитаристов.
из взрослых. Ну и, естественно, все ребята клевые, угарные по року. И вся эта атмосфера очень вдохновляла. Ну и, конечно же, очень полезная информация была на самих уроках. Поэтому начинать нужно вдохновение плюс образование, можем так это назвать. Окей? Удачи всем, кто в начале пути. Так, я думаю, зеленого краба можно забанить. Ну, реально, без обид. Вот реально без обид. Потому что... Ладно, не буду банить, временно исключу. Ну, потому что хорош. Ну, нормальные люди же собрались. Вот нужно какой-то стёб устраивать. Только забивает эфир. Отличный вопрос. Скажи вкратце, как убрать шум левой руки при игре на рифах. Вот прям вкратце скажу. Хороший вопрос. А то уж думал, совсем безобразовательных будет сегодня. Нужно просто воспринимать движение левой и правой руки максимально синхронно. Если квинты передвигаешь, то не вот так вот ты их передвигаешь, а максимально синхронно. Соответственно, если это делать не синхронно, вот что происходит. Также при передвижении аккордов не нужно... Конечно, если есть открытые струны, типа, то нужно поднимать пальцы с грифа. Но если нет никаких открытых струн между аккордами, между квинтами, да, ну и между любыми аккордами, там, может быть, такие, не нужно ослаблять нажатие, потому что именно когда... нажатие ослаблено, тогда вот этот звук и происходит. Когда оно не ослаблено, его гораздо меньше и больше нот. То есть даже если вот это вот закрадется, будет не настолько критично, как шорох. Рекомендую выучить риф Pantera New Level как раз для этих целей. Или Metallica For Whom the Bell Tolls. Вот этот. Легкие рифы, которые не требуют много внимания, но главное, что они требуют, это синхронность и как раз-таки контроля за нажатием. То есть не пульсирующее нажатие, вот такое, а нажал и двигаешь уже нажатую квинту. Вот. Поначалу у всех получается вот так. Вот с такими шуршами. А надо... Как-то так. Друзья, 216 человек вас. Спасибо огромное. Большущее за то, что вы зашли ко мне в гости на стрим. Будет больше стримов, как минимум по разу в неделю. Также я готовлю концепцию образовательных видео, которые перекликаются с, ну, с поддержкой альбома, но в то же время они образовательные. Я думаю, вы много чего из них почерпнете. Это я готовлю, это скоро будет. Поэтому продолжайте заходить на стримы, следите за новостями. Спасибо еще раз большое, что проводите вечер среды со мной и друг с другом. В этой большущей компании 200 человек. Офигеть, я вообще не ожидал. Спасибо. Спасибо всем. Хорошего вечера. Хорошего остатка недели. А затем хороших выходных, если до тех пор мы с вами не увидимся и не услышимся. Всем счастливо. Пока. До скорых встреч.